Пока ты спишь, время идет. Пока ты ешь, время идет. Пока ты думаешь, как заработать деньги, время идет. Год как месяц, месяц как неделя, неделя как день. День как час, а час как минута. Это значит, твое время истекает и никогда не вернется. Основная валюта нашей жизни – это время. Пока ты думаешь о риске, кто-то рискует и добивается успеха. Пока ты думаешь о принятии решения, кто-то принимает свое решение и добивается успеха. Пока ты работаешь на кого-то, ты устраиваешь чужую жизнь, а не свою. Пока ты читаешь бесполезное, кто-то читает полезное и растет. Пока ты занимаешься бесполезными делами, кто-то занимается полезными. Каждый день тебя могут разочаровывать некоторые люди. Забудь о них. Не принимай близко к сердцу. Оно фокусируется на этом и не дает тебе думать о полезных вещах. Каждый день у тебя может быть новая проблема. Будь сильным. Каждый день тебя может посещать мысль о больших деньгах. Не запрещай себе этого. Не запрещай себе об этом думать. Каждый день ты можешь общаться с бестолковыми людьми и толковыми. Пусть даже если он будет эпизодом. Общайся со всеми, и ты будешь знать толк в людях. Время не вернешь никогда. И даже не знаешь, сколько его у тебя есть. Не рискнешь сегодня, останешься ни с чем завтра. Нам есть что терять. А каждый новый день может принести тебе то, что может изменить твою жизнь к лучшему. То, что сделает тебя успешным только в твоих руках. Мнение чужих людей иногда может быть полезным, но не давай себя сбить с толку той иллюзией, которую тебе преподносят с обещаниями. Человек определяется делом. Меня зовут Иса. Я понял все это, когда мне было 28. И надеюсь, ты поймешь это намного раньше меня. Успехов тебе, друг мой.